Нет, три назад. Состояние. Ну, может, это. Ну, погода обманчивая, так то холодно, то жарко, еще потеешь под вентилятором. Вот пронесло. Ну, ты еще вентилятор почитаешь. Ну. С яичницей или просто будешь жарить? Шкварки, да? Как? Ну, это поджаренные такие. Ну, да. Шкварки называются. Ну. С картошкой, знаешь, как офигенно. Жарят. А я сковородки, чтобы выкинуть. Да. Я вчера выкинула. Освобождала. А что мы с тобой это не едим? Там курица у нас с грибами. Как? В мешочке. Филе. Ну-ка, давай подогрейте уже. Надо бы сковородки. Смотрите, я только одна. 10 штук забрали. Одну Максут не доел, ты докушал. Одну я, по-моему, попробовала. Все. Курица сверху, грибы. Ее поджарить, если нормально будет. Ой. Стеребить не могу. А? Ну, стеребить не могу, блин. Как понять? Ну, как дерет, чешется внутри. Отцепил. Когда суп и на горчицу есть, прошибает сразу же. А? Когда суп и на горчицу лопать. Ну, прошибает. И на ночь забыла. Ночь нос не дышал. Надо было с хлебом маленько вкусить. А я на завтрак лопала. А? Я на завтрак ела с супом горчицу.